резко это делал, чувак. Ванели пропал. Опа! Да фак, стоп, уж нет. Блин, вода, вода, вода приходит, вода приходит, сука. Да как ты здесь оказался? Мы тонем, вы не заметили! Да им насрать по ходу дела. Лишь бы, блядь, меня убило. Голубые. Все, желающих нету. Можно я убегу? Потому что мы тонем реально. Да, блядь, два го... Вот, в натуре вот говно. Давай, что, говно, полазь. Давай. Оп. Хэдшот. Плохо, очень плохо. Да не говори, вообще херово. Куда нам сейчас? Еще говно это, блядь, бежит сюда. А ты фак. Ох ты, ни хрена себе. Я тебе сейчас, знаешь, что сделаю? Ох ты, блядь, а куда нам плыть? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Фак. Делай что-нибудь, ты чё стоишь? Надо выбираться! Вижу, барахло стоит. Оп. Да оп, я сказал. Или оп, я сказал. Оп. Твою мать. Бля, чё, пробили воду здесь. Да вот ты пипец. Корабль чё, перевернулся, что ли, уже? А что ты будешь делать? О-хо-хо! Ребята, ну все, короче, я не знаю. После такого еще выжить. Давай. Выдвигай его нахрен. Давай, воздух. И поплыли. Да ломать эту решетку уже. Плыви, ты быстрее. Ща какая-нибудь тварь дуло к виску приставит. Нет? Ну вот. Все только начинается. Воу! Еще и камеру специально так сделали. О, ноу. Какие предложения, братюнь? Не. Вообще не вижу никаких предложений. Так. С этой стороны точно не так, да? Вот за эту веревку можно спануться? Нет. Дальше куда? Ага. Есть. Тихо! Да что ж такое? Да вот я сам думаю, что ж такое, блин. Фак. Дальше куда, братюнь? Давай на стол. А где верх? Где верх? Блин, нам получается... Давай. Отличненько. Да ты еще и тут бриллиант решил собрать. А вот как раз где рыба. Все, я помню это место. Сюда немножко давай. Полезли. Так, и нам вон ту дверь. Так, сюда. Ну-ка.
Ого-го. Охренеть. Я бы даже сказал, не охренеть, охренеть. Пипец. Вот мы в жопе, конечно, полный причем. Вау. Тихо. Если там кое-что треснет, разобьется, мы сразу же утонем. Нам, получается, сейчас надо шлюпку какую-то найти. Че ты падаешь-то? Куда ты падаешь там? Давай, 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 давай. Так. Ну-ка. Что-то получилось. Еще и на лифте поедем. Черт. Черт. Нет, нет, нет. Держись. Только... Да ты держи, ты зачем на стекло стал? Да, блядь, еб твою, сука. Сказал же, держись. Вот это вот мы в говне. Куда нам теперь? Сейчас будет весело, когда стекло разобьется. Хуже просто не бывает. Бывает. Поверь мне, когда стекло разобьется, будет вообще пипец как плохо. Блядь, я еще и упал. Ладно. Хуже просто не бывает. Бывает, братюнь. Так. Нам куда сейчас? О, нет. Нет, бывает. Да блин, а сейчас нам куда? Ёптрингем была. Не, вряд ли нам туда. Блядь, давай быстрее куда-нибудь думаем. Может просто спрыгнуть? Нет, слишком высоко, наверное. До пианино допрыгнуть? Я, наверное, не допрыгну до нее. Нет, вряд ли до пианино. Давай вот, короче, к этому. Вот так вот. Держись! Сейчас эта хрень на нас упадет. Да валит. О, блядь. Надо же. Жесть, патроны. Все, пора валить из аквариума. Да я тоже так подумал. Твою мать. Ублюдок! Шармут! Ну, прощай, Хабиби! Ах ты говно, смотри, что сделал. Говно, ты понял? О, нет! Долбанный тип! Твою ты, сука, мать, блядь, куда? Жесть! Прям на шлюпку. Место. Сожрать хотел. А ну, отвали. Я еще живой. Удачи. Да, вообще. Как жизнь? Ну, всем пофигу, да? Ладно. Ладно, да. Да, я поняла. Перезвони мне, если вдруг... Все-таки... О, боже... Я перезвоню. Нейт.
Это же неприлично. Да заткнись. Я думала, ты в самом деле погиб. Не. Ты цел? А что? Что с Салли? Он жив. Слава богу. Но его схватили. Что? Где? Сейчас они направляются в пустыню. Пошли. Эй, стоп. Погоди. Не торопись. Сядь. У них не меньше 2 дней форы. Так просто не догнать. Хоть попробуем. Слушай, есть идея. Но права на ошибку не будет. Так. На летном поле стоит их грузовой самолет. Они хотят сбросить припасы тем, кто в пустыне. Надо попасть на самолет. Именно. Ты осознаешь, что придется прыгать с парашютом? Не в первый раз. Ну-ну. Ладно. Налей мне стакан водички и выдвигаемся. Нет. Мой человек в аэропорту говорит, что самолет не улетит до рассвета. Так что лучше поспи пару часов. Нельзя сейчас терять время. Давай, ложись. Мне позвонят, если что-то изменится. Ты правда собиралась туда одна? Это же Салли. Конечно. Ты настоящий друг. Я знаю. Нет. В смысле, ты... Я поняла тебя. Я не хотел. Знаю.